Друзья, всем привет! У нас очередной выпуск, и сегодня тема выпуска такая. У нас есть девушка, Мария. Она будет первый раз пробовать кататься на такой серьезной технике, на квадроцикле. Гасить на все бабки. Значит, это, твои ощущения от сегодняшней поездки какие? Я в предвкушении поплавать и покататься. Ты ни разу не пробовала на таких? На квадрике нет, никогда. Так. Значит, сейчас мы пройдем небольшой обучающий курс, поедем, а потом поедем нормально. Как будем, по-жесткому или среднему в лес? Да по-жесткому можно. Сразу по-жесткому. Ну, можно, если это меня никак не травмирует, можно сразу по-жесткому. Нет, это не травмоопасно, это нормально. Даже будет очень интересно. Ну все, друзья, мы погнали, а вы следите. Итак, прибыли мы на наше стандартное место обучения, где все проходят наши новички обучение. Поле у нас ровное, идеальные условия для обучения. Так, значит, смотри, коробка автомат справа, да. Она просто без всего переключается. Просто ручка. Да, H это вперед, R это назад, остальное пока нас не волнует. Тормоза правый спереди, передний, левый, задний. Левый, задний. Сейчас тормозим задним тормозом, передний нам не нужен, короче. Вот. Что еще надо? Сейчас вперед чуть-чуть, назад проедем. Газ снизу, видишь? Вот так. Чуть... Да, если газ поддается, да? Да, газ снизу, пальцем. Угу. Чуть-чуть начинай, ну, давай, короче, смотри. Пару кружочков там туда-сюда, почувствуешь. Потом приедешь задом, посмотрим. Вот. Начнем так, пока с малого. А когда поворачиваешь, ты вместе с ним должен поворачивать или типа его чуть-чуть поворачивать? Ну это потом уже придет с этим, как удобно уже. Так вообще руль просто поворачиваешь, он поворачивается. А как включить получается? Так, берем, поворачиваем ключ, все. Так, зажимаем тормоз, вот так. Все, сейчас вот на H, давай туда-сюда, кружочек там. Так, ну уже нормально освоила, полный газ, все вообще огонь. Так что все нормально, процесс обучения идет. Сейчас поедем небольшие кольчики туда-сюда и доберемся до леса. Так, теперь нам надо немного освоить езду стоя, потому что при препятствиях 90% езды на квадроцикле – это езда стоя. Будут кочки, перевалы, надо баланс ловить. Попробуй кружочек там стоя проехать. Полностью стоя, вот так встаешь и вот так, ну, как бы амортизируешь. Сейчас это не надо, но а потом это вот понадобится. Так что давай. Ну как, стоя сложнее или легче? Что, давай назад, короче, без всего просто берешь, включаешь на R и пробуешь зад, поворот, разворот там. Ну что, да, просто. Надо зажать, да, тормоз, чтобы... Не, просто. Ты когда, ну, надо смотреть, ну или стой, ну, короче, надо смотреть назад, потому что здесь ты прямо, ты вот должна обзор понимать, как ты будешь разворачиваться или еще что-то. Sitting on the floor, all the shit in my head, rain in my heart, what do you wanna be? I'm a liar, you're a thief, you're a beautiful ghost and it's killing me, beautiful ghost and it's killing me, get away from me. Yeah!
приехали в лес. Знаменитая Юсуповская просека начинается. Тут не один уже квадроцикл был утоплен, поэтому... Да? Так, значит, в лесу, в грязи, мы едем на пониженной передаче. Это L. Угу. Здесь мы всегда будем ездить на L, потому что грязь, ему надо мощности. И на полном приводе. Полный привод включается вот тут. Угу. Просто нажимаем, все, угу. Полный привод. И, значит, лебедочка. Насчет лебедочки. Нам понадобится лебедка. Вот это управление лебедкой. Вынимать и обратно затаскивать. Сейчас мы ее сразу намотаем на бампер, чтобы потом не доставать ее из грязи. И тронемся. Давай, короче, подай лебедочку мне на аут. Давай, давай. Тихонько, тихонько.
Итак, дорогие друзья, мы уже дома, приехали, выбрались из леса. Порядка 4 часов провели в лесу, грязи, да. Сейчас мы будем у Марии спрашивать вопросики. Значит, первое. Какие твои впечатления после уже каталочки? Очень классный эмоциональный подъем. Такой прям адреналиновые горки. Очень круто. Так. Потом еще, сложно ли тебе было, в общем, освоить данную технику? Немножко страшно в самом начале, когда ты не понимаешь, что ждать, и как бы немножко себя тормозишь, делаешь какие-то неверные движения. Но когда уже ты как бы вкурил, когда ты уже понял, где, что может произойти, в какой-то момент уже не страшно. Когда ты понимаешь, что будет, если там сделать вот так или сделать вот так, когда уже все негативное, что ты проецировал в своей голове, произошло, уже не страшно. Теперь такой вопросик. Мы немного сегодня ездили по дорогам, общественному пользу, по полям, по лесам и по грязи. Вот какое самое впечатление? Тебе больше всего где нравится? Вот. Не, ну эмоционально, конечно, по грязи. Классно, когда ты едешь, у тебя там вот эти все на тебя летит, прям классно. Но если с точки зрения какой-то... По дороге не классно на квадроке, мне кажется. Ну, типа, это неправильно. Классно по лесу просто ехать, и вот когда кочечки там разворачивать. Мне пока не так легко, как тебе, но как бы тоже прикольно. Итак, и вот еще последний такой. Что рекомендуешь вот девушкам некоторые? Вот вообще принято, что квадроцикл в основном на 99%, на 95%. Это как бы мужское увлечение. Почему-то девушек мало встречается. Ты вот что порекомендуешь девушкам там заниматься таким спортом, не заниматься, ну, увлечениями такими, как? Тут зависит от девочки, если душа требует, почему нет? То есть это не, ну, нельзя сказать, что это мужское какое-то увлечение, да, просто тут вопрос, готова девочка бороться со страхом и газ в пол лежать и как бы гнать, и вот это вот все выделать, я не готова. А так нельзя сказать, как, чей это спорт, просто если душа к этому лежит, нужно этим заниматься. Ну, в принципе, вот, все вопросы мы выяснили. Так что, все. Дорогие друзья, до новых встреч. Спасибо.